Всем привет, ребята. Я вот сейчас дома нахожусь. Короче, давно не выходило видео. Дотя поехала. Давно видео не выходило. Также были на то причины у нас. Он, бизон мой, отдыхает. Были на то причины. Болел я ковидом еще раз. Потом переезжали мы, то есть не мы, а дочка переезжала у меня на Флориду, помогал переезжать. Ну и извиняйте, что давно видео не было. А я снимал, просто его некогда было монтировать. Так что где-то видео 3, наверное, где-то выйдет. Это мои, короче, материалы, которые я собрал, и сейчас я их записываю. То есть это буду монтировать. Буду показывать вам. Так что приятного просмотра. А мы пошли работать. Делать видосики для вас. Так, ну что, загрузились мы 3 палетами. Всем привет, ребята! Всех снова приветствую на моем канале Nick Usage Trucking на Бизоне по Америке. Ребят, начинаю видео уже, получается, с загрузки, потому что ехал, еще темно было. Сегодня у нас суббота. Загрузились мы 3 палетами, а эти 3 палета у нас, ребят, спасибо, кстати, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарий, всем спасибо. Ну, всем жму краба, всех приветствую. И у меня 3 палета загружены. И 3 палета эти идут у меня. Первый стап у меня идет Мэриленд, это Балтимор, Мэриленд. Потом идет Кентаки, а потом уже Массачусетс. Еду я, 3 стапа у меня будет. Взял я этот груз очень хорошо, с Калифорнии выезжаю, суббота, понедельник, правда, чуть-чуть надо проехаться, потому что не вчера загрузили, а сегодня, и у меня в понедельник утром уже разгрузка, надо быть в Мэриленде, а потом уже вторник у меня 2 разгрузки будет уже
это Кентаки и Массачусетс. Так что, ребят, всем спасибо, кто меня смотрит. А мы поехали! Следите за движением, будет интересно. Загрузились сегодня мы. Здесь Тривена было у нас. Тривена было. Это я, Пашка и еще один драйвер. Тривена сегодня у нас загружала здесь с одного места. Едем, я еду на вот это три стапа у меня. Потом мой зятек тоже здесь загружался. И он едет на North Carolina и на South Carolina. То есть на South Carolina, потом на North Carolina. И третий водитель здесь загрузился. И он идет на Лос-Анджелес и потом на Феникс. Вот. Это три Бена здесь загрузились в одном и том же месте. Везем мы турбины на машины, на грузовики. Все, один отчаливает. Один отчаливает уже. Сейчас я поеду. Сейчас. Я только начал движуху. У меня новая камера начинает болтать. Окей, все, ребята. Мы едем, а вы следите за движением, как бабусики накручиваются на колесике. Все, с Богом. Едем в дальний путь. Туда мне ехать 2578 миль. Это до понедельника. До понедельника мне надо это доехать туда. Так что едем и наслаждаемся. Себе поставил сигнал воздушный. Всем, ребят, прекрасного доброго утра пасмурного. Короче, нахожусь я уже в Оклахоме. Утро. Проснулся. Короче, проехал я уже очень много. Ехал почти всю ночь. Под утро уже лег спать. Мне остается уже 1463 мили всего лишь доехать. И это мне целые сутки еще надо валить. Не целые сутки, там сколько. Еще 20 часов валить надо. Короче, звонил я в компанию. Говорят, что просил, чтобы они переназначили appointment. Но пока тишина. Вот. На улице так хорошо, свежо. Прошел дождик. Ну, а мы сейчас завтракаем и вперед. Дальше едем. Так что следите за движением, будет интересно. Ну, а мы пошли позавтракаем. Так. Какой? Я стоял, я спал. Вот ты мой.
Говорит, ты много ехал. Говорит. You have been driving for a long time. Please take a rest. Вот так. Я ехал очень долго. И возьми, отдохни. Мне говорит. А ты какая. Короче, сегодня я, ребят, взял себя, так сказать, побаловать. Взял себе Subway 6-inch. И едем, и поедем дальше. Побалуемся и поедем дальше. Пока был дома, то чуть-чуть с бизоном занимался, масло поменял, там всякие дела. И помню, я на траках, когда ездил, то на траках всегда над головой здесь лампочка была. И она светила красным светом, включал. Не так сильно глаза уставали ночью, когда едешь. И думал, как себе сделать, чтобы поставить тоже красный свет, чтобы ездить, если по ночам, ну не по ночам, а когда темно. И придумал, ребят. Вот смотрите, что я придумал. Здесь включаю меня. Опа! И вот так вот я себе поставил. Здесь, здесь и там красный свет, ну он... Он у меня переключается в разные цвета, можно переключать. Можно так, можно так, можно так. По всякие разные цвета, желтый свет. Вот, и теперь буду ездить я с красным светом. Вот, и еще я сделал вот себе, врезал... Не себе, а в машину. Врезал себе сюда такую штуку. Здесь выключатель. Здесь показывает у меня вольтаж. Здесь у меня два USB чарджера. И на этот 12 вольт этот плагин. Как он называется? Короче, на 12 вольт. Это пока был дома. Так, ну, а мы сейчас заводимся. Выключим, уже на улице не темно, уже можно выключать. Заводимся и вперед, с Богом. Дальше едем. Правда, ночью ехал, машкара набилась на стекло так, что... Ай-яй-яй. Надо будет приехать. Дворники уже менять, потому что уже плохо труд. Так, ну а мы выдвигаемся. Выдвигаемся. И наслаждаемся дорогой, жизнью и всем остальным. И нам будет счастье, ребят. Как прекрасно, как хорошо. Так, все, едем. Едем, едем. Нам еще ехать, ехать и ехать. Так, а куда мы едем? Ну, мы едем. О, спасибо, подсказала. Все. Выезжаем на фривей. На Ист. По сороковке идем. По сороковому фривею. Это у нас штат Оклахома. Как я уже и говорил. И едем в сторону Иста. В сторону Оклахома Сити, вот. Turn right onto the ramp. В сторону Оклахома Сити. Да. Плохо, что пикап был в субботу утром. С одной стороны. Что теперь надо как бы наверстывать это время. Получается, если был в пятницу пикап, то нормально бы время, и время хватило бы доехать. А так как в субботу утром был пикап, то получается, я у себя украл время. То есть, ну да, получается, время не хватает, чтобы доехать. А у меня уже сейчас, если я вообще без остановки буду ехать, я в 7 часов приеду.
меня, получается, мне еще ехать 1462 мили. И сильно напряг. Но еще буду звонить диспетчеру, чтобы он хотя бы хоть перенес до обеда время. Это уже и то будет лучше. И снова трафик, ребята. Уже все, уже по времени я приезжаю туда в 7:30, 7:30, но еще ехать и ехать, и еще здесь трафик у нас. Впереди авария написали, так что не знаю, что дальше, сколько будем стоять. И мы все продвигаемся к финишу. Нам еще ехать 1045 миль. Ребят, давайте, я не хочу уже стоять здесь. Так что следите за движением, будет интересно. Ну, а мы постоим в трафике. Отдохнем. Ну, погода, как осенью. Все, как с Аризоны выехал, так дождь не прекращает мочить. Неужели уже осень наступила, а? Только начало, завтра только 1 августа. Вот сейчас подъезжаем мы уже к речке Миссисипи, которая граничит между Арканзасом и Теннесси. Так, здесь у нас 65. И нам еще ехать 921 милю. Звонил диспетчеру, диспетчер что-то молчит, не хочет переносить appointment, но я не поеду так. Я остановлюсь, буду спать. Все, ребят, мы заехали уже в Теннесси. Все, сколько езжу здесь, все. Хочу зайти в этот магазин, который вот с левой стороны такая пирамида. Все время нету зайти, а. Ну, а мы продолжаем движение. И уже едем мы по Теннесси. Вот теперь я в такой красивой кабинке еду, в красненькой. Такой свет у меня в кабине, и красный свет, он не так сильно устают глаза, когда ты ночью едешь, когда темно, не так глаза устают. Это уже проверено много-много раз. Еду уже сейчас я Нэшвилл, Теннесси проехал. И мне остается 690 миль еще проехать. Многовато еще. Это 10,5 часов еще ехать. Да, попал с этим рейсом так. Не очень приятно, конечно. Но пока еще диспетчера молчат. Все равно, anyway, я не смогу ехать, если я лягу спать, и все. И так что вот такие вот дела, ребят. Едем и наслаждаемся жизнью. Вот съехал, сейчас надо сделать последнюю заправку, и у нас получается 4 полных заправки было. То есть, да, 4 полных заправки. Мы заправимся сейчас, и уже нам будет счастье. Так, куда там дальше? Налево. В этот раз уже радует. То раньше было, заправляешь бак больше 200 долларов,
А сейчас заправляешь 40 галлонов и получается 194-196. Уже радует. Солярка чуть-чуть упала в цене. Ну, а цены поднимать не хотят. Эти брокера. Так, идем мы на Балтимор, Мэриленд. Мы уже, кстати, в штате Мэриленд. Наверное, Мэриленд. Я уже в этом штате, в котором буду разгружаться. Идем мы сейчас 95-й север берем на Балтимор. Но город у меня не Балтимор, там рядышком с Балтимор какой-то маленький только поселочек, я туда еду. Сейчас мы будем съезжать. Так, что там нету? Да, ребята, тяжко ехать по ночам, две ночи подряд ехать, устал чуть-чуть. Keep left. Не то, что устал, а просто как бы спать хочется. Ну, это усталость, да. Continue for 26 minutes. Я сейчас буду говорить, ну, а потому что я не спал. И у меня, когда я не сплю, у меня язык развязывается. Я могу такое болтать. Все, надо закругляться. Так. Ну, выехали вроде бы. Все, и вот по 95-ке на север как раз мы и приедем. Там 26 миль нам ехать, а всего лишь 33. А потом 7 миль еще куда-то по городу, наверное. И все, и приехали. Так что следите за движением, будет интересно. Ну, а мы продолжаем движение. Короче, меня Манька повела через весь даунтаун. Весь туда. Поворот один, поворот второй. Еще мне 3 майла еще до разгрузки. Уже весь даунтаун проехал. Трафик такой был. Ну, сейчас уже вроде напрямую вышли. Сейчас уже 3 мили по этой улице. И будет уже у нас разгрузка с левой стороны. Так что едем и наслаждаемся жизнью, и нам будет счастье. Да, дороги, конечно, здесь не ахти. Так, надо смотреть на светофоры, они так незаметно висят. Так, ну что, последние повороты у нас. In a quarter mile, turn right onto Supply Avenue. Вот мы и приехали. Your destination is on the left. Performance, вот она, с левой стороны. Сейчас развернемся, встанем и пойдем сдаваться. Вот так, чтоб там ничего не снилось. Ехал на территорию, здесь буду разгружаться. Вот так вот я встал. Сейчас меня разгрузят и все. Правда, никого нет. Звоню. Написано, что для сервиса позвонить. Звоню, никто нет. Никто не приходит, не хочет Кольку разгружать. А, вот. Что, ребят, сейчас я вам покажу. Одну вещицу, а не вещицу. Короче, ехал ночью. Удар был.
Я потом встал, смотрю, у меня, смотрите, аж краску содрало. Два удара каких-то было. Я аж вмяло капот. Надо теперь закрасить будет. И прям в угол, считай, в эту полоску ударило. Жалко. Хорошо, что не в стекло. Если в стекло, то точно пробило бы стекло. Вот такие сильные вмятины. Так, ну что, где они все? Так, хлебом здесь рядом, наверное, хлебозавод. Так, хлебом пахнет. Ладно, будем ждать. Ну, все, выгрузили один палет. Еще два. Едем на другие деливери. Но эти уже будут завтра. Ну все, ребята, едем мы на следующее деливери. Туда нам ехать еще... Туда нам ехать еще 6 часов. Время прибытия у нас в 4 часа вечера. Но, скорее всего, уже завтра будем мы разгружаться. Я думаю, сейчас я выйду. Выйду из города где-то уже на какой-то рестерии. То, может, Тракстап я лягу, посплю, а завтра уже... Или сегодня вечером уже доеду, или завтра утром посмотрим там, как это все будет. Но уже завтра будет разгрузка. Все. Сегодня я не успею. Ну что, ребята, все. Я приехал на плазу. На вот эту вот плазу. Здесь я буду ночевать. На сервис-плазе. И завтра утром я буду разгружаться. Мне до разгрузки здесь всего лишь 13 миль остается. Так что сегодня я буду отдыхать. А завтра продолжаем работать. Завтра одна разгрузка. И потом с 8 до 9 у меня и вторая разгрузка. Уже в Массачусетс у меня будет. Она будет до 2 часов дня, я должен успеть разгрузиться там. Так что следите за движением, будет интересно, а Колька пошел отдыхать. Ну все, все, ребят, я разгрузился, стою возле Волмарта сейчас. Уже в Массачусетсе я разгрузился. Да уйди ж ты, муха. И стою, сейчас играю на грузы. Высвечиваются грузы, много высвечиваются, но не звонят мне еще, никто не звонит, не звонят мне, так что ждем, может, сегодня после обеда будет что-то, но пока тишина. А грузы высвечиваются на лоудборд, высвечиваются грузы, но грузы не выигрываю пока. Играл я уже и на Texas играл, и куда я еще там играл, неважно. Там в сообщениях у меня в предыдущем видео просили, чтобы я рассказал про этот закон AB5 по Калифорнии, то я еще не всю информацию собрал. Когда всю информацию соберу, то тогда и расскажу вам, что это за закон. Так что на этом я буду заканчивать свое видео. И так, наверное, уже получилось длинное. Так что всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Всем спасибо. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока!